Примерный показ драмы о жизни белорусской интеллигенции в провинции состоялся в Малом зале кинотеатра «Мир». Фильм «Завтра» уже собрал много серьезных наград – от «Белорусского листопада» до «Марсельского кинофестиваля». Получил высокие оценки иностранных критиков. Официально переведен на английский язык. Но для мазырян интересен будет по другому поводу. Автором картины является наша землячка Юлия Шатун. Главные роли исполнили ее родители. И снимался фильм на улицах родного города. Про идею сложно сказать, то есть как-то она очень естественно появилась, то есть я поняла, что мне вот хочется снять вот об этом фильм, об этой истории. Это история о семейной паре, мужчине и женщине, которые живут в Мозыре, и у которых в Минске учится сын, и вот там показывается их жизнь. Я не знаю, у меня не было какой-то задачи сделать его для кого-то конкретного, конечно, я бы в первую очередь делала для себя, потому что мне хотелось его сделать, но мне кажется, что он просто для всех обычных людей, живущих, потому что он как и... Многие фильмы там про жизнь, про любовь, про людей. Премьерный показ в Мозыре прошел при полном зрительном зале. Режиссер картины призналась, представлять работу в родном городе – особая ответственность. Кому-то понравится, кому-то нет. Ну, конечно, хочется, чтобы всем фильм понравился. Ну, то есть я надеюсь, что зрителям из Мозыря будет больше понятно то, что я сняла, даже чем другим людям, потому что они здесь живут. Это как бы про их город. Ну, я надеюсь, что они, ну, у них это внутри как-то отзовется. Уже после просмотра каждый желающий смог пообщаться и сфотографироваться с творческой командой, работавшей над картиной. А для тех, кто не успел на субботнюю премьеру, показы повторятся с 21 по 23 декабря. Начало сеанса 18:30. Стоимость билета всего 3 рубля. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цирулик, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».